вопрос. Вы готовы повернуться лицом к русским и признать русских как вторым государственным языком? А я вам скажу так, вы сейчас записываете? Да. Я за то, чтобы все дети в Латвии знали бы четыре языка. Четыре языка: латышский, русский, английский и еще один иностранный. Надо четыре языка. Надо изменить систему, чтобы дети уже в детских садах изучали языки. Мой сын младший, которому сейчас уже 10 лет, когда ему было 2 года, я его отдал в русский садик, чтобы он изучил русский язык. Я не хотел, чтобы он без этого языка остался. Так что я сегодня считаю, хватит делить там какие-то государственные и негосударственные. Все дети должны знать 4 языка. Министр образования должен внедрить эту реформу, потому что чем больше языков будут знать, и это должна быть официальная программа государственная, не просто там латышская школа, русская. Все дети, несмотря на то, латыш или русский, знают 4 языка. Так, вот это в таком случае, почему не готовят учителей как латышского языка, так и русского языка? Я еще раз говорю, это часть реформы, потому что у нас закон принимают, а в результате учителей не подготовлены и так далее. Нету, нету. Значит, мы должны изменить. Мои младшие дети, я специально этим занимался, с 2 лет изучали иностранные языки. Они сегодня говорят на 4 языках. Это упорная работа, и это было очень дорого, и много времени на это ушло, много слез. Мы можем внедрить систему, чтобы дети знали бы 4 языка. Еще раз, я через это прошел, 3 детей через это прошли. Не надо ждать школу, чтобы говорить, на каком языке будем учиться. Латышский, да, государственный, но все дети, у которых родной русский язык, должны иметь право учиться и на русском языке. И плюс, но мы заставим, чтобы учились бы и на других языках. Сегодня на набережной говорили на латгальском языке. Да, у нас есть такие люди. Да. Пускай, может быть, латгальский будет как дополнительный язык. Все, спасибо, ребята.